Заходит Дикей на Рошана. Поразбивали варды. Знает теперь об этом Invictus Gaming. Здесь Некро 3. Итак, Бёрнинг. Пак тоже здесь. Очень быстро убивает. Па, прыгай! Хорошо, прыгнул Акс. Акса будет пытаться на быстро убить. Зашел сюда также Акс Айсайс. Рошан, Рошан по-прежнему жив. 200 кп у Рошана. Рошан умирает. Забрали его. Дайры и Айсайс забирает Аегис. Кси по-прежнему живой. Сейчас спадет с него Грейв. Надо его как-то спасать. Айсайс к Ксе. Бёрнинга туда очень далеко затолкала. Бёрнинг всю драку там простоит. Бёрнинг. И вот это прикол. Вот это прикол. Бёрнинг и Муши. Муши только сейчас прыгает. Бёрнинг не знает, что делать. Драка проходит без Бёрнинга. О май гад. Потеряна у нас. Аегис минус. Муши Чуань. Находит Айсайса. Дает стан Винги. Здесь же Кси. Бёрнинг тусуется в лесу. Айсайс избивает. Прилетает ТП Бёрнингу. Его просто бьет Фейт. Сбивает ему ТП. Бёрнинг там надолго. Вот это да! Вот это жесть! И минус Бёрнинг. Это один из жесточайших... одна из жесточайших концовок, которые я видел.